Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Сейчас я вам покажу, как на телефоне Samsung Galaxy S21 Ultra включить ночной режим. Заходим в настройки. Далее дисплей. Можем настроить ночной режим, включить по расписанию. От заката до рассвета, либо пользовательское расписание. Как видите, у меня он автоматически включился. Либо же просто нажимаем здесь, темный, и меняется режим. Так, яркость давайте вернем. Также можем включить комфорт для глаз. Выглядит это вот так. И можем установить цветовую температуру. Чтобы включить данный режим, не заходя в настройки каждый раз, опускаем шторку. И здесь есть комфорт для глаз. И, естественно, режим затемнения. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также посещайте наш сайт hardreset.info. До скорых встреч!